手会融化，再远的远方都能够到达，想要用力的追逐在空气中，哎呀呀，自由自在，莫名其妙就会气得炸，感知快乐正在即刻回顾，闯入未知的国度，每帧每秒都自然，哎呀呀，相信在明天会拥抱灿烂。Любовь. Серия 10. Сидясю, ты влюблен в кого-то? Сидясю, как думаешь, я красивая? Очень красивая. Бабушка. Быстрее, хочешь поиграть или нет? Да. Играйтесь, ага. Пока сидите в своих игрульках, Сидясю станет моим. Почему он звонит именно сейчас? А? Хорошо, понял. В чем дело? Сидясю просил меня спуститься и принести его покупки. Играй, я их заберу, я пойду. С каких пор моя дорогуша стала такой любезной? Я могу воспользоваться этим шансом, чтобы увидеться с Сидясю. Боже, они такие большие. Что Сидясю понакупал? Привет. Что такое? Сидясю, мне нужна твоя помощь. Нежно. Нежней. Больше нежности. Почему ты здесь одна? Где Янин? Ему нужно кое-что сделать, поэтому я пришла вместо него. Тогда давай носить. Они такие тяжелые и большие. Я не могу их двигать. Они могут поранить мои ручки. Верно. Я позвоню Дженнис. Она полна силы и энергии. Я попробую. Вперед. Куда идти? Пойдем бок о бок. Ты в порядке? Да. Ладно, я притащу их сам. Иди домой. Я тащила такую большую коробку для тебя. Не хочешь угостить меня чаем? Держи. Иди домой, когда допьешь.
Мерин Сью. Что вы купили? Кровать. Зачем вы купили кровать? Для Яньяна. Он остается здесь надолго? Ага. Он всегда спал на диване. Это плохо для поясницы. С таким третьим колесом, живущим здесь, как я смогу заставить Сидисю влюбиться в меня? Очень мило с твоей стороны, что ты купил эту кровать. Качество сна очень важно, особенно для Яньяна. Он так устает после работы, ему нельзя спать на диване. Ага. Ну, раньше вы были хорошими одноклассниками. Позже вы стали хорошими братанами, которые начали бизнес вместе. Я правда не ожидала, что вы можете стать хорошими соседями по квартире в Дунчжоу. Но есть кое-что, о чем не знаю, стоит ли мне говорить. Я слишком много говорю? О чем ты говоришь? Что ты хочешь сказать? Господин Сю, не берите в голову то, что я сказала. Я просто счастлива за Яньяна. Почему ты за него счастлива? Легко пригласить кого-то. Но что касается отправления его назад, трудно сказать. Поэтому не важно, почему счастлива. Сегодня ты купил кровать ему, завтра шкаф, а на следующей неделе беговую дорожку. Со временем в твоем доме будет все больше и больше его вещей. Так он никогда отсюда не съедет. Так что я очень рада, что у Яньяна появится дом за бесценок. Ты привыкла говорить глупости? До встречи. До этого я сказал Лудзя, что пока мисс мы не работаем, можно поиграть. Она сразу же купила мне игровую консоль. Она так добра ко мне. Ты можешь поменьше льстить себе? Она сказала, что купила это для меня, потому что в последнее время я много работала. Ты этого не знаешь? Я скажу. Она слишком стеснялась, чтобы отдать мне её напрямую. Только что, чтобы дать мне возможность поиграть, она спустилась вниз забрать коробки. Она просто захотела прогуляться. Хватит сочинять небылицы. Получай. Ты не справляешься, да? Что я тебе сказал? О, ты пришла. Сегодня ты купил ему кровать, завтра шкаф, а на следующей неделе беговая дорожка. Со временем у тебя дома будет все больше и больше его вещей. Так он никогда от тебя не съедет. Так что я очень рада, что Яньян получит дом за бесценок. В 3 часа 12 минут 7 января 2017 года ты пролил бульон на мой диван. Я чистил этот диван 3 дня. В 23.18, 8 февраля 2018, ты играл в игру у меня дома и разбудил меня своими криками. И в 2019... Старшая, боссе, доброе утро! Утречка. Доброе утро. Божечки. Вы вчера избили друг друга? Мы бились друг с другом всю ночь. За приставками. Почему вы не позвали нас к вам присоединиться? Мы тоже хотим поиграть. Сюзюсю. Я не ночевал дома прошлой ночью. Не переживай за этого. Ну не злись. Господи. Айю. Знаю, я провинился. Что тебе нужно? Я хочу позавтракать. Просто ешь свой завтрак. Почему ты закрыл дверь? Ешь здесь. Уходи, как только доешь. Да что ты такой агрессивный? На, откуси жареное тесто и успокойся. Давай, ну давай. Меня не было всего одну ночь. Чего так злиться? Давай, откуси немного. Ты! Больше не приходи ко мне домой. Лу, почему у тебя сегодня такое хорошее настроение? Из-за хорошей погоды. Сюй! Проваливай. Ты... такой неблагодарный.
нельзя. Я могу у тебя переночевать. Да, конечно. Подожди. Я положу ковер у двери и привяжу тебя цепью. А потом буду кормить тебя каждый день. Что скажешь? Лудзя, ты тоже изменилась. Я пойду к Дженнис. Пока, Сики. Когда ты вернешься? У меня прощальный ужин с Яняном. А, ясно. Хорошо, проведи его. Ты можешь не торопиться. Наслаждайся ужином. Я дам тебе еще. У меня сломался фен. Могу я одолжить твой? У Дженнис очень короткие волосы, у нее нет фена. Я... А у меня длинные волосы? А? Если не найдешь, я просто дам волосам высохнуть самим. Ты можешь простудиться. Ты не против, если я высушу их здесь? Как хочешь. Да что такое? Сейчас посмотрю. Посмотрим-ка. Пора кастрировать. Я вернусь, как только все куплю. Поверить не могу. Я не смогла заставить Сидесю влюбиться в меня на этой неделе. Дженнис, знаешь что? Только что я видела, как кто-то набрал код и вошел в дом Сидесю. Кто это? Женщина. Женщина? Эти новости слишком удивительные. Она знает пароль от дома босса.
Должно быть, у них непростые отношения. Это была пожилая леди. Почему ты не сказала это раньше? Она прямо напротив нас. Ты хоть знаешь, кто она? Ага. Пойдем. Погнали. Если он спросит, почему мы пришли, просто скажем, что хотим что-то одолжить. Кто будет звонить в дверь? Камень, ножницы, бумага. Я... Приветик. Привет. Что вы делаете у моей двери? Мы пришли, чтобы одолжить кое-что. Электрическую дрель. Твой фен. Так что вам нужно? И то, и то. Малыш Сю, гости пришли. Ты должен впустить их. Заходите, давайте. Да-да, уже заходим. Пропусти меня. Мими, посмотри, кто пришел. Посмотри, кто здесь. Все нормально, все хорошо. Я бабушка Дзясю. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы его коллеги. Я еще его одноклассница. А еще мы соседи, живем напротив. Здравствуйте. Такие красивые. Малыш Сю, налей им чай. Вот, бабушка. Не говорите то, что не должны говорить. Не спрашивайте то, что не должны спрашивать. Идите домой, как только допьете. Несмотря на то, что он такой, он очень рад, что вы пришли. Взгляните на его улыбку, как он счастлив. Он улыбается? Бабушка, вы заблуждаетесь, он всегда безразличен. Лишен эмоций. Да, да. Нет же. Он невероятно выразительный. Смотрите. Сейчас он злится. Разве его выражение лица изменилось? Разве он не всегда такой пугающий? Бабушка, как вы это заметили? Я могу читать мысли. Пожалуйста, только мои не читайте. К сожалению, я могу читать только мысли внучка. Его мама и папа живут за границей. Я сама воспитывала его. Я могу сказать... О чем он думает? Бабушка. Он скромняга. Хорошо, я становлюсь не буду. Помолчу. Давайте, съешьте немного пирожных, пожалуйста. Неудивительно, что он не хотел, чтобы мы входили. Я не ожидала такого. Всегда существует человек, который может контролировать другого. Хочешь сыграть в игру? Он снова злится. Я заметила это. Да, я тоже. Заметили? Бабушка, чего Сидесю боится больше всего? Чего он боится? Сложно. Увидеть это напрямую. Но если вы выберете другой способ, чтобы задать вопрос. Например, здесь два пирожных. Малыш Сю, какой из этих пирожных тебе нравится? Увидела. Тебе нравится это. Как круто! У меня тоже есть вопрос. Сидясю, ты считаешь меня красивой? Да, считает. Правда? Правда, красивая. Бабушка, я тоже задам вопрос. Сидясю, первая цифра кода твоей карты — это 1? Нет. Это 2? Нет. Это 3?
Да! Бабушка, хватит. Я не игрушка. У меня последний вопрос. Сидясю, ты влюблен в кого-то? Влюблен? Я ничего не услышала. Бабушка, я их босс. Мне нужно держать лицо. Ого. Лицо держать? Зачем тебе оно нужно? Тебе просто нужно рассказать ей о своих чувствах. Ты просто в кого-то влюблен. Это нормально. Я не влюблен. Ты ошибаешься. Ладно, ладно. Я ошиблась, конечно. Посмотри, что я тебе купила. Твоя любимая. Правда? Посмотри. Он такой тяжелый. Такие свежие. Ты их долго не ел, не так ли? Я знала, что тебе понравится. А во сколько будут кастрировать Мими? Это... Бабушка, вы не живете в Донжоу, не так ли? Сидеси никогда о вас не говорил. Да. Я уехала из Донжоу после того, как Сюдясю выпустился из старшей школы. В этот раз я специально вернулась из-за границы, из операции Мими. Эта кошка живет со мной долгое время, но сейчас она временно с ним. Мими, прошло много времени, и ты уже выросла. Что насчет Дясю? Когда у него будет свадьба, Мими? Почему ты пришла сюда? Я пришла с Дженнис. Дженнис, разве ты не боишься котов? Она пришла только из-за этого. Она наслаждается страданиями Мими. Все нормально. Закрой глаза, и все закончится быстро. Пока тебе не кастрировали, сделаем фото. Дженнис, разве тебе не нужно на работу? Как там новый проект? Номер 11, родители Сюдясю. Заходите, когда будете готовы. Не бойся, не бойся. Мими, тебе будут делать операцию. Это немного больно. Но не бойся, только немножко больно. Я слышала, что кошки очень злопамятные. Я не могу быть человеком, который будет с ней на операции. Я позволю кому-нибудь из вас сделать это. Я с ней так много времени. Я еще помню, как кормила ее молоком. Она привязалась ко мне как клей. Когда я ложилась спать, она всегда была рядом. Кто-то из вас должен пойти с ней на операцию. Кто из вас пойдет? Не смотрите на меня. Я даже не осмелюсь потрогать ее. Чтобы понравиться Сюдясю и бабушке, мне надо это сделать. Я пойду. Лудзя, круто, крутышка. Милая. Не нужно себя принуждать. Я не заставляю себя, я правда хочу это сделать. Я сам это сделаю. Давайте мне ее. Малыш Сю, ты испугался, что Мими возненавидит Лудзя? И выбрал быть плохим человеком, верно? Я просто ей не доверяю. Ты такая очаровашка. В будущем ты будешь таким же внимательным, как твой дедушка. Ты будешь хорошим мужем, хорошим папой и, вероятно, хорошим дедушкой. Бабушка, почему ты снова не дала мне договорить? Говорю, я в нее не влюблен. Дясю, я...
ее. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Медленно, аккуратно. Скоро ты вернешься в свою кроватку. Осторожно, осторожно. Поспи. Бабушка, ты вернулась. Бабушка. Дай мне это. Я пойду, если больше ничего не нужно. Хорошо. До свидания, бабушка. До встречи. Пока. Пока. Бабушка. На что ты смотришь? Очень хорошо. Бабушка, я позабочусь о Мими. Бабушка, бабушка, тебе нужно дисциплинировать Мими. Все маленькие животные интересуются миром. Мы должны давать им полную свободу. Мы не можем идти против их природы. Да, это правда. Мне нравятся маленькие животные. Забота о кошке делает меня очень счастливой. Моя дорогая Мими. Мими, хорошая работа. Завтра я куплю тебе консервы. А? Ужин готов. Поешь что-нибудь с нами. Лудзя, ты можешь поесть с нами. Я просто пойду домой. Обычно я не ем после 7. Мими уже наелась. Я пойду домой и позанимаюсь йогой. Пока. Она не ест после 7? Разве она не ела много всего, когда мы работали сверхурочно? Я была на волоске. Мой живот чуть не заурчал. Умираю с голода. Дорогуша, ты вернулась? Да. Сидясь, не предложил тебе поесть вместе с ними? Дженни, что ты ищешь? Фото с выпускного.
Нашла. Какие у меня любимые духи? Бабушка, я правда не знаю. Диор? Конкретнее. Джадор? Нет. Милашка. Я не хочу играть. Ладно, ладно, не сердись. Я почищу их для тебя. И как пахнет? Ага, вкусно. Я слышала, что твоя компания разрабатывает приложение, чтобы люди могли найти друзей. Угу. Это социальное приложение. Можно добавить в контакты людей, которых знаешь. Разумеется, можно найти и новых друзей. А ты можешь разработать приложение, чтобы питомцы тоже могли найти друзей? Приложение для котов? Да. Теперь домашние животные тоже живут в зданиях. Ты не знаешь меня, а я не знаю тебя. Они не могут общаться и заводить друзей. Им должно быть одиноко. Бабушка, я понимаю, что ты чувствуешь. Но услуги, которые предоставляет сейчас Воя, предназначены для людей. Когда мы изменимся и будем обслуживать домашних животных, я тебе об этом расскажу. Почему ты сначала не изобрел специальный телефон для домашних животных? Пусть они его используют. Коты умные. Они даже могут использовать телефоны, которыми пользуются люди. Ты даже не представляешь. Смотри скорее. Мими взяла твой телефон, чтобы позвонить другу. Милая, ты такая умная. Я больше не могу это терпеть. Вот это. Моя первая любовь в садике. Разве он не красивый? Да. Красавчик. Он действительно симпатичный. Не слишком ли он здесь ем? Что тут видно? Он просто неплох. Но не так красив, как я в детском саду. Никто не был таким, как ты в детском саду. Именно. Думаете, он похож? На парня из кофейни. Родинка в том же месте. Но дети так сильно меняются, поэтому сложно сказать. Просто иди и спроси его. Чего ты ждешь? У тебя мозгов нет. Сяода. Если незнакомец подойдет и спросит: «Ты был моей первой любовью в садике?» Что ты подумаешь? Ты с ума сошел? В каком веке ты живешь? Теперь никто так не разговаривает. Слышал ее. Хорошо, хорошо. Ты права. Ладно? Ты права. Но если ты будешь ждать, то никогда не узнаешь, он ли это. Верно? Старшая, ты можешь вспомнить его другие черты, кроме родинки? Да, подумай об этом. Другие черты? Верно. Другие черты. Сидисю. А? Не уходи, не уходи. Иди сюда. Что с твоим лицом? Похоже, его поцарапали. Кто осмелился его поцарапать? Это была женщина? Может быть, ребенок? Я сам поцарапал, ладно? Кто вообще его поцарапал? Он рассердился. Его поцарапала кошка. Его кошка? Ага. Это потому, что он ее стерилизовал. Стерилизовал? Значит, кошки и правда возненавидят тех, кто их кастрировал. Еще бы. Так это не суеверие, а наука. Что кошки будут таить обиду? Здравствуйте. Ваш кофе? Спасибо. До встречи. Пока. 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 Спасибо. Пока. Идем. Официант. Иду.
Здравствуйте, что будете заказывать? Это торт вкусный. Это наше новое блюдо. Его хорошо продумали, вы можете попробовать. Ну, я возьму один. Хорошо, минутку. Кстати. Еще стакан колы. И хорошо. Залезай, залезай. Веди себя хорошо. Малыш Сю, я правда не ожидала, что ваши отношения с Мими станут такими. Я заберу ее. Все в порядке. Со мной останется Симба. Эти банки с кошачьей едой дала Лутя. Положи их к вещам Мими. Хорошо. Пока. Мы уходим, милая. Бабушка, вы в порядке? Бабушка, вы правда не можете еще остаться? Мне пора уезжать. У Дзясю и Мими случился разрыв. Я даже не знаю, на чьей стороне быть. Мне нужно отвезти Мими. Почаще навещайте нас. Обязательно. Берегите себя, девочки. Хорошо, вам тоже нужно себя беречь. Я оставила свои очки на столе. Я принесу их вам. Спасибо. Я тоже пойду. Лудзя, я хочу кое-что тебя спросить. Бонусная сцена. Очень мило с твоей стороны, что ты купил ему кровать. Right on the flow, 找到自由，总有个出口在你的所有。 Just let it flow, 你的兵法也是独有。一路上从不停路过虚幻的风景，保持着信心，总有人会回头质疑，而那些人却只会浪费口舌的嘲笑着。我不管继续跑到多慢，从不质疑。Let me tell you what I got, 永远不会太累。 道理特别简单，就像喝杯白开水，也许会被说异类。不过是一个称谓，只要对自己无愧，未来会给你回馈。No fake。如果要飞翔，不需要导航，用你的向往改变这世界的风向。追逐的路上，如果迷失方向，心中依然能够明朗。是我，我拥有我的节奏。 那些所有借口理由全部站不住脚，一直跟着心 ，My friend， 不管再艰辛，世界终会给你回应。Just to believe anything's just do， 其他你不必在乎，也许会孤独算另一种幸福。So just give it all a shot like I always do， 只有义无反顾走自己的路。Sorry， 如果要飞翔，不需要导航，有你的向往，改变这世界的方向。 追逐的路上，如果迷失方向，心中依然能够明朗。是我，我拥有我的节奏 ，Right on the flow， 找到自由。总。
я.